Отряды Путина продолжают дискредитировать своего плешивого хозяина. Новое средство от коронавируса, называется их свежий шедевр. О, здравствуйте, вы. Что это такое? Просто ядовитый плющ Краснодарского разлива. Что это? Это от вируса, коронавируса. Помогает хорошо. Толченые жабры, идущие на нерест судака. Толченая жаба, идущая на нерест судака? Это не водоросли, собранные на растущую луну. Нет, водоросли – это волы. Для меня Россия – это моя жизнь, написано сзади цитата диктатора. Ну, так вот. Вот твоя Россия, плешивый. Хуже уже не будет. И бац, 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 брить. Бац, 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 брить. Давайте опять повеселимся, глядя на этих ненормальных. Все страны желают, чтобы такой президент был, как наш президент. Как он красноречив, со стопкой водки в руках, настоящий алкоголик. Путин Владимир Владимирович, и очень многие хотят найти такого человека, но у них нету. Нету. И не будет. А у нас в России нашел. А у нас нашелся. Ну а нам с вами Путин нужен в Гааге, мне, по крайней мере.